Есть внешние вещи, которыми я пользуюсь. Это книги, учитель, группа, вся система наших групп, когда мы вместе собираемся, делаем совместные действия. Это все то, что установили каббалисты еще издавна. И не просто так, это все направлено на цель, для того, чтобы у нас были внешние рамки. И в эти внешние рамки мы вводим наше желание. Какое желание ты видишь? Для чего ты это все выполняешь? Для чего ты хочешь это делать? Для чего ты приходишь и принимаешь участие во всех этих дежурствах, всех необходимостях группы, в распространении? Какое намерение ты вводишь в это все? Это очень важно. И я ввожу такое намерение, что я хочу находиться со своими товарищами в такой связи, чтобы все их желания, все точки в сердце, у меня ведь это только одна точка, это единственное, что я могу им передать. От них мне нужны все их точки в сердце, все их желания, они существуют в них. Мне говорят, до бесконечности существует готовая система, все готово. Все это зависит от того, насколько ты в это входишь и желаешь, чтобы это было в тебе. Ты можешь пригнуться перед ними, ты можешь видеть в них величайших людей поколения, ты можешь думать о том, что все они уже исправлены, вся система исправлена, и ты хочешь получить этот свет, чтобы тоже исправиться. Ты устремляешься, ты делаешь это все, ты намереваешься к этому в учебе, в распространении, во всем остальном. Если так, то через эту систему ты получаешь их желания, получаешь все их желания, которые увеличивают твое желание к отдаче. Ты получаешь от них желание к отдаче, несмотря на то, что у тебя была всего лишь точечка в сердце, еще неизвестно, насколько к отдаче, но ты отдаешь им, ты хочешь войти, проникнуть в них. То есть это твое действие уже является действием по отдаче. И тогда обратно ты получаешь от них действительно настоящее свойство отдачи, настоящее желание отдавать. Вдруг ты начинаешь чувствовать, да, я хочу этого, я чту это, мне это важно, хорошо, чтобы у меня это было. Это пока еще эгоистическое желание, но это уже хорошо, я хочу этого.